Всем привет! Я рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня готовим чизкейк Нью-Йорк. Чизкейк – это нежнейший десерт из сливочного сыра и песочной основы. Он придется по душе даже тем, кто не очень любит творог. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь и давайте начнем готовить. Итак, для чизкейка нам понадобится 1 кг сливочного сыра. Если в нем есть жидкость, то ее лучше сцедить. 250 г сахара для начинки, 2 столовых ложки сахара для основы, 3 столовых ложки кукурузного крахмала, 2 столовых ложки лимонного сока, 1 столовая ложка цедры лимона, 5 яиц, ванильный сахар, 100 г сметаны, 350 грамм песочного печенья, 200 грамм сливочного масла. В первую очередь печенье нужно измельчить в мелкую крошку. Добавить 2 столовых ложки сахара и растопленное сливочное масло. Если масло вы достанете из холодильника предварительно за несколько часов и оно станет мягким, то можно его и не растапливать. Сюда же можно добавить измельченные орешки. Все хорошо перемешиваем. Далее форму для выпечки застилаем пергаментом и выкладываем 2/3 песочной крошки. Разравниваем и утрамбовываем ее. Таким же образом формируем и боковину. Основу для чизкейка необходимо или запечь в духовке при температуре 180 градусов в течение 10 минут и дать остыть, или же заморозить в морозильной камере в течение 30 минут. Сыр необходимо размять до мягкости и гладкости, постепенно всыпая в него 250 грамм сахара и ванильный сахар. Для этого миксер лучше не использовать, чтобы не образовалось лишних пузырьков воздуха и чизкейк не треснул при выпечке. После того, как весь сахар введен, добавляем лимонный сок и лимонную цедру и все хорошо перемешиваем. Далее всыпаем крахмал и опять все перемешиваем. Следующий шаг – это сметана. И опять все хорошо перемешиваем. В конце добавляем по одному яйца. После каждого массу нужно хорошо перемешать. Здесь мы уже можем использовать миксер, только на самой низкой скорости.
Если основу вы отправляли в холодильник, то достаем ее, а если запекали, то к этому моменту она должна быть уже полностью остывшей. Перекладываем сырную начинку в форму и отправляем в предварительно разогретую духовку. Первые 10 минут печем при температуре 200 градусов, затем температуру уменьшаем до 130 и печем еще в течение 1 часа. По истечении этого времени выключаем духовку и оставляем в ней чизкейк на 30-40 минут. Затем остужаем при комнатной температуре и отправляем в холодильник на 4-6 часов, а лучше на ночь. За это время чизкейк стабилизируется и будет уже не таким мягким, как сразу после выпечки. Украсить чизкейк можно по своему вкусу, но эффектно, конечно же, он выглядит со свежими ягодами и фруктами. Обязательно приготовьте этот десерт. Я уверена, все, кто попробует, будут в восторге. А я желаю вам успехов в ваших начинаниях. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Будем готовить вместе!